Леонид Максимович Леонов, автор книг «Барсуки», «Соть», «Нашествие» и других произведений, получивших признание в нашей стране и за рубежом. Писатель удостоен Ленинской премии за роман «Русский лес». Я хочу выразить свою глубокую признательность советской общественности за присуждение мне Ленинской премии за мой роман «Русский лес». Кроме рассказа о делах и подвигах советских людей в дни мира и Отечественной войны, мне хотелось этой книгой привлечь внимание моих современников к неотложным нуждам русского леса, для того, чтобы он и впредь мог также бесперебойно выполнять все возрастающие требования, которые предъявляет к нему наше социалистическое строительство. Если любовью к живой природе будет пронизано все поведение наших больших и маленьких граждан, то это будет означать не только громадную материальную, но и моральную, патриотическую победу, потому что живая природа, лес и птицы, реки и рывы являются составной частью нашей великой Родины.